Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, с вами Ультрест, Азурлейн, и сегодняшней темой видео является запись крафта Дидоя и прочих горничных Кашимару выпала из заказа прямо с лайткрафта, полезла только в путь, прям большое количество всякой фигни, это дико радует, прям большой, большой успех, но все-таки горничные, которые только вот добавили, прочие девчонки совсем новые, они все-таки пока еще не выпали. Я лайткрафт вообще-то не особо-то много крафтил в свое время, то есть, по идее, я должен был крафтить для ежедневок по лайткрафту, а Риаки, та самая из загрузочного экрана, Юкиказы, эх, где-то было раньше, а где-то было раньше, когда выпало так легко. Но пока что, видите, уже слил 20 кубов, а пока еще ничего не выпало. Но единственная радость всей этой... О, Глостер, замечательно, плюс обращу внимание, почему-то у этой горничной в костюме нижний вырез. Хелси Пауэлл тоже вылезла, я имею в виду в декольте нижний вырез, у горничной и у Дидо, кстати, тоже, это большой вопрос, то есть зачем горничной нижний вырез, вообще не понимаю. Но спасибо художникам за то, что порадовали, так сказать, не обделили. Вот 30-й куб, радость в том, что это лайткрафт, а раз это лайткрафт, то вообще никаких проблем с этим нет. Еще и Глазго вдобавок в тусовку присоединяется. И Сан-Диего. Ну куда уж без Сан-Диего-то, а? В конце концов. Какой крафт. И пока что радует меня то, что нужно мало ресурсов. То есть я могу как следует прокрутить гачу и при этом не чувствовать себя каким-то прям совсем бедным, несчастным и обделенным финансово после этого. Как будто по мне тут, не знаю, татаро-монгольская игра прошлась. Нет, тут такого нету. Но там, конечно же, были проблемки с тем, что место закончилось, 310 мест, ребята, это не панацея, оказывается. Мемфис мне уже до этого падал, так что он у меня оказался не новым. И еще один Хелси Пауэлл, теперь уже два, но Дидо. Фактически, мне крафт этот нужен был только для Дидо, то есть, если кто-то и после Дидо не выпадет, еще один Хелси Пауэлл, то я еще Сан-Диего замечательно, то я как бы постараюсь забить на эту всю эту идею, потому что еще Хелси Пауэлл замечательно. Мне важнее всего Дидо, потому что у нее очень интересные необычные скиллы, и она может как-то неплохо сыграть, мне кажется. Идея у нее очень хорошая, задумка очень крутая. Остальные как-то, ну еще, конечно, Глостера хотелось бы, да, она выглядит круто, но вот остальных двух я вообще как-то так, ну пофиг, выпадет хорошо, не выпадет, тоже как-то без разницы. Ну и ждем, ничего не выпадает, Дидо теперь от меня бегает, я уже, честно говоря, Аврора, вы не поверите, ребята, вот для меня это настоящее чудо, потому что за 95 левелов игры Аврора мне не падала ни разу, а теперь она мне выпала и выпадает Дидо. Наконец-то радость и счастье, замечательно, Дидо выпало, и это очень круто, я очень рад этому, но я еще решил прокрутить, думаю, ну мало ли, может еще последняя девчонка тоже выпадет, она, конечно, не горничная, но хотя бы дам ей шанс, окей, хотя бы дам шанс, но вместо этого я даю шанс еще одной Сан-Диеге, и вот Карл Шруны, Юбари, там вот эти вот все девчонки выпадают, а то, что нужно, не выпадает. Печаль, грусть и одиночество. И в конечном итоге, вот, пожалуйста, Дидо. Я пришел к успеху, я получил ее. Ушло где-то кубов, наверное, 70. Не то чтобы уж особенно дорого вообще-то. Но остальное, вот последнюю девчонку я выбивать не буду. Последняя девчонка, которая называется... Сейчас бы вспомнить, как она еще называется. Она называется... Белокси. Пофиг, выпадет, не выпадет, неважно. Главное, что я выбил Дидо. Я пришел в гачу ради нее, и я ее получил. Но, в принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Крафт будет идти до 5 февраля. Желаю вам всем удачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите, за сколько кубов вы получили Дидо. До новых встреч!